на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ детективного сериала «Художник», в сюжете с 5 по 8 серию, выход которых ожидается с 24 октября, мы увидим, что вся информация касаемо вооружения банды засекречивается, об этом оперативникам сообщает Пульнер. После этого Ефимыч и Сазонов обращаются к Ливеру, вору в законе. Они хотят, чтобы он помог им отыскать Штепу. В это же время в город прибывает канцлер, который становится новым руководителем троек. 6 серия. Чтобы выйти на банду, Ливер отправляет своего прихвостня Губу к Штепе. А тем временем Сазонов и Ефимыч расследуют новое совершенное убийство. Сам Сазонов предполагает, что на художника объявили охоту свои же после раскола банды. 7 серия. Журбин когда-то вел тактическую операцию с шифрованным названием «Вальс», об этом Рудакову рассказывает его начальник, после чего направляет его побеседовать с Алексеем Петровым, участвовавшим в этой операции. 8 серия. Через какое-то время в своей квартире Петрова находят мертвым и, ко всему прочему, похищают очень важные документы. А тем временем в столицу забрасывают Вагнера, агента немецкой разведки. Его задача – попытаться внедриться в государственные силовые структуры, чтобы вести диверсионную деятельность. В то же время Ефимыч хочет использовать наживку, чтобы поймать банду Прозрачного. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.